С вашим университетом мы начали работать, наверное, года 2-3 назад активно в рамках договоров с компанией «Газпромнефть». И то, что вот я сегодня увидел, наверное, в сравнении с тем, что было 2-3 года назад, я могу точно сказать, что университет активно развивается. Та лабораторная база, которая сегодня создана за последние 2 года, она достаточно мощная и способна там решать самые сложные задачи нефтегазовой отрасли. У нас в компании реализуется инновационная стратегия, в рамках которой у нас создаем активное взаимодействие с инновационным окружением, куда входят, в первую очередь, сервисные нефтяные компании, и достойное место там уделяется федеральным вузам. И, собственно, в рамках этого взаимодействия, я думаю, что ваш вуз может занять достойное место в нашем инновационном окружении.